Пение. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. С Богом, с Иисусом Христом. Аминь. Вот, брат, тебе поприще учить. А ты, Вась, благодарствуй, но ты за стола молитву знаешь? Только... То есть ты за стол то же самое и за стола одинаково читаешь. Ага. Овца ты, не имеющая пастыря, кто тебя не научит? Давай выучим благодарственную молитву. Благодарим тебя, Христе Боже наш. Повторяй. Еще раз повтори. Благодарим Тебя, Христе Боже наш. Благодарим Тебе, Христе Боже наш. Яко насытил еси нас земных Твоих благ. Яко насытил еси. Еси нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия. Не лиши нас и небесного Твоего царствия. Аминь. Аминь. Но яко пришел среди учеников. Но яко пришел среди учеников. Спаси и мир даруя им. Спаси и мир даруя им. Приди к нам и спаси нас. Приди к нам и спаси нас. Аминь. 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 Вот. А потом запишешь, мол. Запишем сейчас, будешь. К вечеру выучишь, уже будет хорошо. Садись, доедай. Сегодня тебе... Спаси Христу. Сегодня тебе льгота, бить тебе больно не будет. Словесно, да? Что, сюда сесть? Нет, здесь твое место. Постоянно? Да, твое место возле холодильника. Тебе там неудобно? А вот. А с той стороны гостевой? Да. Хочешь туда? Я говорю, гостевой? Пускай туда садись. Тебе тут удобно, вон, спина, не, холодильник же не холодный. Тебе тут нормально, ни низко, ни высоко. Там тебе будет это, низковато столешница. Ну, пересядь туда, попробуй. Да тут тесновато вроде. Тесновато. Стол сдвинуть надо. Давай тебе стол сдвину туда проще. Ну, или туда садись. О, так тут повыше. Ну, удобнее? Ну, так? Конечно, удобнее. Ну, все, давай тебе, все для тебя. Ну, и здесь удобнее. Удобнее, все, давай. Даже носки уберу, чтобы не вонять. Все, чай пей, уже чай остыл. У тебя капусты-то мало? Нет, много. Капусты, ешь капусты, не жалко. Капусту, картошку, сухари, все ешь. За столом не шмыгай. Ну, все, давай. Я ушел там. Вот колодка. Все, слава Богу. Вот это тебе сейчас много жидкости надо пить. Это выпей. И вот солодку пей. Что, уже запарился? Нет еще? Ну, пока он стоит еще. Он обязательно солодки выпей, хотя бы полстакана, слышалось? Угу. Все, давай. Все. У тебя полчаса есть еще.